только 8,9, а мы с вами смотрим Юлию Хоркину. Это младшая сестра Светланы Хоркиной. А ухаживать за ней поставляет мостик Светлана Хоркина, старшая сестра. Очень по стилю, очень по форме похожа она действительно на Свету. Такая же длинноногая, ровненькая. Да-да-да, очень. Но чуть-чуть, конечно, не хватает элегантности Светиной. Ну и еще, я бы сказала, наверное, мастерства того, потому что... Не говоря а так, уже в общем, молодец, молодец. Пока она, мы ее вот тут находим, что-то пытаемся найти что-то отрицательное, отличающее ее от главной Светы. Мы не пытаемся найти отрицательное, мы говорим факты. Ну, вот так вот она, вот так вот. Она повторила 80% Светланиной программы. На брусьях походка, ужимки. Ну, действительно, она все-таки родной человек. Она вообще ее пытается немножечко копировать. Mm-hmm. Они настолько близки, две сестры, они настолько помогают друг другу, поддерживают друг друга. И вот сейчас вы видите, они помогают готовить друг другу снаряд. И вы знаете, Юля Хоркина приезжала на Олимпиаду в Сидни болеть за Свету. В общем, жила где-то под Сиднем, очень далеко, ездила каждый день болеть за Светлану. Потрясающие у них очень теплые отношения друг с другом. Вообще мы говорили о некой семейственности, такой приятной именно здесь, на этом чемпионате России. Потому что две Хоркиной, две Зиганшиной, два Васильевых. И, наверное, для них, для братьев, для сестер, это очень важно, именно ощущать вот такую вот поддержку близких людей. Очень важно. Если мы говорили о такой семейственности, и, наверное, надо напомнить, что еще плюс рядышком мамы и папы являются тренерами. В общем, какая-то такая интересная ситуация в гимнастике. Сейчас мы, естественно, с интересом ждем оценки Юли Хоркиной, потому что я так увлеклась сравнением ее, вот просто наблюдала и переживала. Очень хотелось, чтобы ей удалась эта программа. Сейчас ее поздравляет Надежда Масленникова, тренер Замолодчикова. И, по-моему, Света довольна ее выступление. Вот на пол.